Всем привет! Проходим задание подземки. Есть у этого робота одно задание. Передвижение синтов серьезно превышает максимальные возможности организации. Решение необходимо основать новый центр распределения в комплексе «Красная ракета» в Конкорде. Мне надо основать новую базу. Перехожу к описанию задания. Восстановить мир на указанной территории, укрепить позиции для защиты текущих и будущих активов подземки. Новая станция получит название Мерсер. Удачи! Что тебе надо? Так, значит, надо смотаться. Ну, так это тут в самом начале. Ред Ракет. Пёсик, ты тут все еще стоишь, ждешь. А чем ты питаешься? Кто тебя кормит? А чё тут станция? Тут уже зачищено все. Или просто оборудовать надо? Тут уже маломальский кто-то что-то повтыкал без меня. Химлаборатория. Что им построить надо? Что-то я тут пропустил. Воспользоваться мастерской. Построить укрепление. А у меня барахла-то, по-моему, нету. Не хватит на все нужды укреплений. Первым делом построить, наверное, турели. А, точно нету. Барахла нету. Где барахло взять? Так, у меня что-то я забыл тут. Прокачан быстрое перемещение. Отлично. Теперь я возьму барахло. Стимулятор восстанавливает 80%. Теперь возьму и барахло. А тут даже и дотащить недолго. Да блин, в камень застрял. Где-то у меня тут несколько тонн барахла было. И построю я тебе этот робот. Несколько турелей. Взять все. Итого у меня перегруз 2 тонны.
И я уже на месте. Будем пробовать пытаться устроить. Семь турелей. Что-то маловато. Столько барахла и все. Все не то. Турель с дробовиком. С лазером. Ладно, поставлю обыкновенную. 7 штук можно поставить. Куда тебя заставить? А, давай тут. О, укрепление. Одна турель 50%. Круто. Ну и вторую, да, сюда куда-нибудь. Все отлично. Тут даже можно будет поразбирать, если что не хватит. Что еще поставить? Человек. Эй, человек. Койку надо поставить. Давай койку поставлю. Что ж, на полу уже не спать. Мебель. А вот сюда. Нет, тут ходить будут. Давай вот сюда. О, да, вот отлично будет. Эй. Опекун. Do you got a Geiger counter, bub? Ты что там делаешь? Счетчик Гейгера. У меня есть счетчик Гейгера. Plenty of juice. Lots of hot spots nearby. I warned you. Что-то сверлит. Оружие, наверное, делает. Койка есть. Воду еще поставить. Пить-то им тоже надо. Собака. Куда поставить? И что там еще поставить? Электричество. Самый какой-нибудь хиленький вам генератор. Ну, дело-то пошло. Ну еще можно еды. Бритва злак. Тошка. Тыква. Давай тошки насадим.
Change. Сколько вам надо? Хватит столько. А то много вредно. И еще одну койку поставить. Собака, ты что там глядишь? Там нет никого. Все, люди, заселяйтесь. Че он уже не житель? Ты че тут делаешь? Почему он пользуется всеми тут предметами? Я его назначить никуда не могу. Ну да ладно, хрен с ним. Так к заданию вовсе не относится. Все, поехали обратно. Des has something urgent for you. I'm glad I don't have to spend my whole life on the ground. That would be boring. Des. Что-то говорит срочно. Hey there. The Commonwealth owes us big time. Пока не до Des. Надо сообщить то, что две турели сделаны. Confirming presence of rogue variable dispensing data. Three. Confirmed reports of coursers surviving the collapse of geographical region designated. Передача данных. Вероятность того, что некоторые или все охотники продолжают мешать деятельности подземки, составляет 84%. Заключение: для защиты активов подземки охотников необходимо нейтрализовать. Вполне логично. Объект, обозначенный как охотник Альфа, занимает укрепленную позицию вместе с синтами устаревшего поколения. Уничтожить переменную охотник, не оставляя никого в живых. Пришел, блин, за заданием. Отчитаться он мне вперед новое дал задание. Setting human-machine interface to 100%. Good evening, agent. Добрый вечер, агент. Станция Мерсер готова. Вознаграждение выделено. Требуется дополнительная помощь. Известны координаты секретного хранилища. Она содержит припасы, которые могут понадобиться нашей организации. Подземка Альфа просит защитить хранилище от возможных противников. Что в хранилище? Содержимое засекречено, однако доступ к хранилищу увеличит эффективность нашей организации на 2%. Внимание, погрешность 3%. Хранилище засекречено в соответствии с тактическими протоколами контрнаблюдения. Это устройство радиочастотной идентификации позволит обнаружить и получить доступ к хранилищу. Отлично! Мы найдем новые технологии. Так точно, хранилище принадлежало оборонительному разведывательному управлению. Вам необходимо лишь обезопасить хранилище. Наши агенты впоследствии перевезут содержимое. Устройство радиоидентификации. Пластиковая карта. Ну или аналог.
Вот и все. Пока задание отдавал, еще кучу надавали. А на этом я заканчиваю. Если вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Всем пока. До новых видео.